Дорогие друзья, мы рады представить гостей рубрики «Знай наших». И сегодня у нас Юлия Бедарева и Тарас Кузьмин, актеры Тверского театра драмы. Здравствуйте! Здравствуйте, привет всем! Вот вас знают у нас уже хорошо в Твери, и даже, мне кажется, по всей России вас уже тоже знают. У вас такой большой творческий путь за плечами, столько постановок, спектаклей, кино. Вот скажите, что было самым запоминающимся за ваш творческий путь? Вот так вот, перед глазами вся жизнь так пролетела. Вот если касаться нас, Юли, то у нас были, значит, два таких ярких проекта, которые мы сами делали. Это спектакль по Набокову «Хвать» и спектакль... ПНС-ка, «Бред вдвоем». «Любовь, война, бред», да, называется. Да, и у них была интересная, насыщенная жизнь. Мы съездили на международный фестиваль, увезли оттуда специальный пресс-жюри. И как-то вот они... Это наша работа, которую мы воплощали с нашими друзьями, художниками, и она вот, наверное, такая, если касаться именно нас двоих, такие самые запоминающиеся моменты. Запоминающиеся, самые яркие, да. А только что мы вернулись с гастролей из Волгограда. Мы ему опять передаем привет. Да, и чудесный город, где мы показывали наши спектакли, и один из наших любимых спектаклей. «Трамвай желаний». Да, да, да. На самом деле, этот материал очень сложный, и было волнительно, как это примет зритель, потому что это сложно воспринимать. Это очень длинно, это очень по-американски. Трехчасовой спектакль. Даже три с половиной. В Волгограде 41 градус, и для них это норма. Люди как-то умудряются передвигаться. Мы бегали из тени в тень, а они там ходят, живут, как существуют, и сидят в зале. Под софитами. Под софитами, там жарище, с нас стекло, нет несколько литров воды. Они смотрят спектакль трехчасовой, не уходят. И еще в конце встают и аплодируют минут 10 нам. То есть какое-то чудо. Да, вообще. И не отпускают со сцены. Классный был прием, спасибо большое. В общем, да, мы представили Тверь на каком-то другом уровне. Мы очень рады, что у вас все получилось, и гордимся вами. Скажите, у нас сейчас очень много творческой молодежи в Твери. И, да? Может да быть, что? Да, у нас очень много. Поздравляем. И хотелось бы узнать у вас, есть ли какие-то, может быть, советы, куда поступать, на что обратить внимание творческой молодежи. Ну, вообще, у нас был театральный вуз в Твери, сейчас остался колледж культуры, где тоже очень хорошо преподают. И я недавно стал председателем Союза театральных деятелей. Да ты что? Тверской области. Я тебя поздравляю тоже. Мы сейчас проговаривали уже и с ректором Тверского государственного университета, и с другими людьми вопрос о создании вуза театрального на территории Тверской области. Очень надеемся, что у нас получится. Очень много сложностей с документами, бумагами, с оформлением. Но мы очень верим, что на Тверской земле появится театральный вуз и как минимум театральный факультет, где будут выпускать наших тверских актеров с высшим образованием. Ну, а вообще хочется пожелать им, знаете чего, не просто хотеть, а делать. Вот это как взял подкову, прибил к копыту и пашешь. Только махать, а не сидеть сложа руки и просто хотеть. Нужно делать и, наверное, идти к своей мечте, к своей цели. Ну, не знаю, это московские вузы, питерские вузы. Нет, в Твери оставайтесь, в Твери все хорошо будет. Нет, можно съездить туда, понять, что там, а потом вернуться сюда в гнездо. Супер. Ну, а вот ваши творческие планы какие на ближайшее время? Откройте нам завесу тайны. Слушайте, ну в театре пока у нас, по-моему, все тихо, вообще, да? Ну, именно что касается меня и Тараса, да, у нас тихо. Но у нас зато как-то началось кино. Ты сейчас где, например, снимаешься? Расскажи, кстати, давно тебе не Да, что, правда? Нет, на самом деле, сегодня премьера на старте последнего сезона «Гранда». Вот там можно поискать меня. Я только что вернулся со съемок, и завтра опять туда уезжаю. Это сериал, четырехсеричка, у меня одна из главных ролей. А название пока рассказать нельзя. Да, вот я тоже не буду говорить название, но это не сериал, это будет полный метр, и, скорее всего, его будут показывать в кинотеатре, и это тоже одна из главных ролей будет. Поэтому название тоже не буду говорить, но следите все впереди, следите за нашими успехами. Мы не подведем свой город, сохраним интригу. Супер. И сегодня у нас замечательный повод – День города 2021, День города Твери. Давайте поздравим наших жителей. Начинай. Знаете, каждый раз, когда к нам приезжают гости из других городов на фестивали, на спектакли, когда приезжают какие-то гастроли, я устраиваю пешие экскурсии,
в чем я уже поднаторел и знаю город очень хорошо благодаря этому, я просто каждый раз открываю наш город для себя заново. Я вдруг смотрю на него их новыми глазами и понимаю, в каком чудесном месте я живу. У нас транспортная доступность для Москвы и до Питера. Мы живем между двумя классными, крутыми городами. И в то же время мы сохраняем свою какую-то провинциальную, в хорошем смысле этого слова, самобытность. И живем здесь, наслаждаемся этим тихим, уютным миром, где все хорошо, где все сделано для людей, чтобы они чувствовали себя радостно и здорово. Давайте продолжать строить этот город вместе. Пусть он будет все лучше и лучше. Это зависит от нас с вами.